хочет работать. Ой, это вы? Да, это я. Я тут китайский YouTube листал. Там одного чувака по всем каналам крутит. Его похоронили. А оказалось, что это какой-то сон глубокий, там, летаргический. Короче, представь, новость. Агеев умер. А на следующий день Агеев жив. Ты как вообще это? Я лежу. Меня все трогают. Лоб там целует. Ты же хотел актерский вызов. Роль. Вот шок. От утраты. Хотим группу вас заказать. Побольше. Это и так самый большой. А вам зачем? У усопшего клаустрофобия была. У нас про покойничков либо хорошо, либо ничего. Слава Агеев, это потеря. Все либо вообще в соплях. Я вообще в шоке. Я думал, он меня в игнор поставил. А он умер. Потом я тебя откапываю. И мы врываемся на кинорынок. Ну, да.